Без прогнозованих суперечок і жвавих дискусій. Бюджет на 2020 рік підтримали 75 депутатів обласної ради. Головний фінансовий документ регіону ні в кого запитань не викликав. Внесено лише одне побажання – збільшити суму витрат на протипожежні заходи. На думку депутатів, після трагічних подій в Одесі обласна влада має підійти до питання безпеки громадян більш ретельно. На пожарную безопасность будет выделена небольшая сумма, 33, почти 34 миллиона на пожарку в закладах освіти и 15 в закладах здравоохранения. Я обращаюсь к вам, Максим Васильевич, по возможности изыскать возможности увеличить эти суммы с учетом анализа работы за 2019 год, Максим Васильевич. И отдельным распоряжением максимально прозрачно предоставить эту информацию общественности, в том числе и нам. Голова облдержадміністрації Максим Куций на сесії ніяк не відреагував на прохання депутатів. Узагалі очільник області на всі звернення до нього відповідав мовчанням. І лише по завершенню сесії подякував колегам за те, що вони ухвалили збалансований та соціально орієнтований бюджет. Мы продолжаем успешные программы по медицине. У нас увеличился бюджет по социальным выплатам. У нас достаточно серьезно увеличился бюджет по дорожному фонду, более чем на 50% в этом году. Поэтому я ожидаю, что жители Одесской области увидят серьезные изменения. Бюджет местных дорог увеличился более чем на 50%. Если быть точным, вот у меня есть цифра, это 927 миллионов гривен, которые планируются освоить в 2020 году. В целом хочу заметить, что бюджет мы ожидаем 2020 года профицитный. Там небольшая разница между доходами и расходами, но тем не менее он не дефицитный.